Привет, друзья! 17 января около 20 часов ровно в Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Склескова столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Момент столкновения попал на камеру наружного наблюдения. Водитель автомобиля УАЗ медицинской службы двигался по улице Склескова в прямом направлении с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом. Скорая переезжала перекресток под красный свет. Автомобили, двигавшиеся по Волоколамскому проспекту, остановились, чтобы пропустить скорую, и водитель скорой продолжил движение. И только бестолковый Hyundai не выполнил требования уступить дорогу и совершил столкновение со скорой. Берегите себя и своих близких.